Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на канал Светлана о жизни и о еде. Сегодня готовим винегрет классический. Винегрет готовится просто, быстро, а получается невероятно вкусным. Подходит также для паста. Для приготовления необходима квашеная капусточка, морковочка вареная, я ее варила 40 минут. Отварной картофель варила в подсоленной воде 20 минут. Свекла вареная варила 2 часа, подливала ледяную воду. Луковица, отварила фасоль, растительное масло для заправки, соль и соленые огурчики. Если у вас крупные, серединочки надо убрать. Свеклу нарезаю кубиком и отправляю в салатник. Чтобы свекла не окрасила остальные ингредиенты, ее надо заранее смазать растительным маслечком. Вот я ее смазала, полила растительным маслом, перемешала и отставляем в сторону, пока нарезаем следующие продукты. Отваренную морковь нарезаю небольшим кубиком. Нарезанную морковь отправляю в салатник. Далее нарезаю мелким кубиком луковицу и тоже отправляю в салатник к моркови. Через сеточку продавливаю вареный картофель и тоже отправляю к моркови и луку. Квашеную капусту немножко отжимаю от сока и немножечко перерезаю. Если капуста очень кислая, добавляю немножечко сахара. Огурцы нарезаю мелким кубиком, тоже отправляю в салатик. Заправляю растительным маслом хорошо, немножко перемешиваю. Добавляю соль по вкусу, я добавила пол чайной ложки, и отваренную фасоль. И уже нежно перемешиваем. Винегрет готов. Пробуйте, готовьте, и у вас получится точно такой же вкуснейший салатик. Приятного всем аппетита!